Кирилл Исаков, Вероника Романова и Эмма М, которая сейчас будет делиться своим сокровенным вместе с нами, с нашими телезрителями и слушателями телерадиоканала «Страна FM». Прости, что тебя перебила. Да потому что была крутая подвязка. Мы поселились в одной студии, я хотел сказать, отводясь от песни. Эмма, привет. Доброе утро. Привет. Доброе утро, страна. Видишь, мы наперебой все тебя приветствуем. Рассказывай, как ты отдохнула, как ты отметила Новый год? Новый год... Отлично, потому что он был все-таки трезвым, как я и планировала. Нет, мне нравится. Новый год, он был. Он только вот такая, начался. Ну, я думаю, что это достаточно корректно спрашивать весь январь о новогодних праздниках. А где ты его встречала? Конечно же, у себя дома, в семейном кругу. В Южно-Сахалинске? Нет, не в Южно-Сахалинске, в Москве. В Москве. А, то есть дом теперь уже в Москве? Переехал. Я думаю, что уже да. Вот такая странная штука. Можно почти десятки лет жить у себя где-нибудь, только переезжаешь в Москву, все сразу становятся москвичами. Вот на себе лично испытала, не знаю, какая-то магия. Тебе, кстати, Москва чем ближе? Чем Южно-Сахалинск. Суетой своей, потому что здесь постоянно двигаешься, и куда-то хочется тебе постоянно лететь, бежать. А у тебя внутри драйв? Установ, конечно. Там я спала. А скажи, пожалуйста, вот мы сегодня обсуждали тему такую, какую последнюю книгу вы читали? Вот какая эта книга была? Я помню, это я и сейчас читаю, кстати. Ну, Харуки Мураками. Это была так... «Бесцветный Цукуру Тадзаки и годы его странствия». Сейчас я читаю «Охота на овец». Прекрасно. Ты читала что-нибудь из этого? Конечно, я читала название всех этих книг в магазине. Я вот теперь тоже сейчас прочитаю где-нибудь в Википедии, чтобы быть в курсе. Сразу положила на лопатки на своей подкованности Эмма. Друзья, сейчас нам нужно будет сделать небольшую паузу, но потом мы вернемся. Напоминаем, что в нашей группе ВКонтакте vk.com/страна.fm уже есть пост, где вы можете задавать вопросы Эмме. И самое интересное мы обязательно озвучим. По поводу «положила на лопатки», она это может и в буквально в правильном смысле, Кирилл, и об этом мы тоже поговорим. Но чуть позже, а прямо сейчас мы потанцуем подкасту «Макарен». Наши чемоданы едут по ленте, едут по ленте. В них много теплых вещей, вы не болейте. Вы не болейте. Когда идет дождь и куча туч на горизонте, И скрылся солнце, лучше взять зонтик. Выбери зонтик. Если твою шляпу сдуло, унесло ветром, ты лети за ней пулей, тут всего 100 метров. Сколько? 100 метров. Если ты устал и в жизни твоей нет кайфа, больше нет кайфа, возьмись за голову двумя руками, заплети афро. Завтра заплети афро. На чистом тротуаре вижу грязная лежит десятка. Вроде бы ничья десятка. Прям на ровном месте этот тротуар дает мне взятку. Хоп, и станцевал в присядку. Засели с друганом за стойку и взяли по крафту. С друганом взяли по крафту. Потом пересели на лавку, а Славки на травку. Славка очень любит травку. Танцевать не надо танцевать, танцевать, не надо танцевать. Держи себя в руках. Танцевать не надо танцевать. На нас же смотрят. Танцевать не надо танцевать. Первому встречному передай привет от нас ты. Передай привет от нас ты. Спросят от кого, скажи, это тебе привет от касты. Это тебе привет от касты. Люди в переходе ходят в худи, а на худи у них Путин. А на худи у них Путин. В переходе так темно, что Путин освещает Путин. Путин освещает Путин. В кедах иду по зебре и считаю полоски. И считаю полоски. Черные шероховаты, а белые скользкие. Зебри щекочуя шерстку. Нам позарез нужен новый гендиректор. Всем нам нужен новый гендиректор. А то старый бандарез там что наплатит деньги редко. И проблемы с интеллектом. Жду 5 минут, но где же мой Uber? Мой Uber, где же мой Uber? И тут как тут звонит очень вежливый Рубик. Рубик бережет свой рубль. Сегодня я сочинил лучшую песню. Свою лучшую песню. Захожу в iTunes, а там уже таких штук 200. И у Нюши, и у Лепса. Танцевать не надо танцевать. Это палево. Танцевать не надо танцевать. Пацаны, да прекращайте. Танцевать не надо танцевать. Это уже не смешно. Танцевать не надо танцевать.
Я встал, устав, отдыхни и выключил телек. Встал и выключил телек. Теперь нарезает круги по району мой велик. Смени телек на велик. И много борщнул после завтрака, я пуэра. После завтрака пуэра. Теперь у меня после завтрака капуэйра. И после завтрака пуэйра. В инстаграме я залип на твой профиль. Залип на твой профиль. Ну, увидел твой анфас и понял, ты любишь картофель. Жирный, жирный картофель. Подстриженным я под горшок вышел из барбершопа. Вышел из барбершопа. И все у меня хорошо, а со стрижками. Да тебе хорошо так. Час назад кричал ты, что стал веганом. Сыроедом и веганом. Слышь, харе, точить, оставь шашлыканом. Перестань кусать барана. Сегодня рубль упал ровно на рубль. Упал ровно на рубль. На орла упал орел, орел орла целует в губы. Теперь хоть иди воруй, блин. Танцевать не надо, танцевать. Танцевать не надо, танцевать. Танцевать не надо, танцевать. Танцевать не надо, танцевать. Да ну вас нафиг. FM. А вот мы и вернулись. Мы — это Вероника Романова, Кирилл Исаков, ну и, конечно же, наши гости сегодняшние. М.М. М, привет еще раз. Доброе утро. Доброе утро. Так вот, ты танцевала под макарену. Правда, не макарену, а что еще можно делать? Парить макароны и кушать макароны. И, кстати говоря, Эмма внимательно смотрела клип и увидела там эпизод со штрих-кодами. Да, каста. Были пойманы с поличным, ребята. Кстати, Эм, ну, ты уже была в эфире как-то «Страна FM». Давай, да, знаешь, договоримся. Давай договоримся, знаешь, о чем? Вот если вдруг будут повторяться вопросы, да? Ну, мало ли такое получится. Ты можешь издавать какой-нибудь сигнал, звук. Да, вот такой. И мы будем тебе быстро менять вопрос. Или фразу из песни касты «Хоть иди воруй, блин». Почему? Ну, окей. Потому что она очень сложная для воспроизведения. «Хоть иди воруй, блин». Окей. «Хоть иди воруй, блин». Это одно слово причем. «Хоть иди воруй, блин». Ну, раз мы про штрих-коды, которые были украдены наглым образом, заговорили. Я могу уже уйти. Я потерял нить вашего обсуждения. Вот какой вопрос. Во всех твоих биографиях, которые многочисленны в интернете, можно встретить, в списке твоих увлечений числится судебная медицина. Есть такой момент. Как появилась она в этом списочке? Па-пам! Все очень просто, на самом деле. Я училась на юриста, заканчивала юридический факультет, и там мы изучали этот предмет. Ты Но не детства. Очень глубоко. И я решила копнуть глубже. И, то есть, если выбирать из Шерлока Холмса и доктора Ватсона, ты бы кем была? Ни тем и ни другим. Ты была бы... Я была бы собой. Так, смотрите в новом сезоне, кстати, Шерлока, Шерлок Холмс, доктор Ватсон и М.М. Я, кстати, не смотрела. А вот надо бы. И мне кажется, учитывая твои увлечения, да, тебе было бы полезно. Ты с детства мечтала стать юристом. Скажи, тебе это помогает сейчас, когда ты, может быть, заключаешь какие-то контракты с звукозаписывающими лейблами, с продюсерами, авторские права? Обязательно. Обязательно помогает. Нет, серьезно. Конечно, я хотя бы знаю, о чем речь. Договор лежит так, значит, его положили правой рукой. Вот так вот ты думаешь, он помогает. И мизантроп был человек, который... Ну, интересно, кстати говоря, когда человек так разносторонне развит, и помимо этого у тебя еще и спорт есть в твоей жизни. Ну, был, да. Был? Ты скучаешь по нему? Был, всплыл. Ну, кстати, да, иногда мне хочется выйти на татами и кого-нибудь побороть. Иногда хочется выйти вечером в парк и кого-нибудь так сзади, через себя с прогибом. А не получается, не хватает времени? Я думаю, что это такой спорт, там в любом случае что-то страдает, и тело, и все. Поэтому надо себя беречь. И как тело. Выходить на сцену. И тело, и соперник страдают при этом спорте. Кстати, друзья, М.М. занималась самбо и дзюдо, кто не понял. Но солнце догорит, это знай. А я не успеваю, бросай. Кто смелый, тот и первый горит. Мне не хватит даже не умножать. Самый раскаленный твой край, и мне, наверное, мало любви.
А вот мы и вернулись. Вероника Романова. Эмма М. У нас и в гостях. И Кирилл Исаков. И, друзья, пока еще Эмма М. Никому здесь в физическом плане жару не задала, но мы все ждем какой-нибудь прием из самбо или дзюдо, или, по крайней мере... Из самбо или де-жанейро. Вот, хотя бы один... Они напрашиваются. Они да, после вот таких каламбуров, которые я себе сейчас позволил. Давай лучше вопрос тогда почитаем. vk.com/strana.fm, наша официальная группа ВКонтакте. Есть у нас пост, где вы можете задавать вопросы в комментариях Эмме. И есть вопросы уже. Давай буду озвучивать, а ты будешь на них отвечать. Кирилл Гнитковский пишет: с таким симпатичным лицом зачем ты подстриглась под молодого Ди Каприо? Какая у него там фамилия, говорите? Ди Каприо. Все. Нет. Гнитковский. Гнитковский Кирилл. Я уже ответила, Кирилл, на этот вопрос. Что я хочу сказать на этот счет? То есть вы думаете, что если я подстриглась под Ди Каприо, у меня лицо автоматически стало немилым? Немилым? Нет, милым. Оно осталось милым. Я тебе больше скажу. Просто, может быть, Кирилл подозревает, что ты хочешь Оскар? Как Ди Каприо. Конечно. У нас же в музыкальной индустрии только Оскары выручают. А Оскар, певец же есть, Оскар. Да, вот... Или Оскар. Или... А третьего не дано ударения, видите? Пытался, но не нашел. Татьяна Канаева передает тебе привет. Сахалина. Привет. Я надеюсь, что она тоже с Сахалина. Да, есть такое подозрение. Скучаешь по острову? Очень скучаю, особенно по природе. По природе. Отлично. Яшка Косой пишет. Как к детям относишься? Слушайте, ну, такой вопрос интересный. Своих детей у меня еще нет, к сожалению. К чужим, наверное, спокойно отношусь. Ага. И еще один есть вопрос. Елена Родионова. Здравствуйте. Мне безумно нравится творчество Эммы. Но до некоторых пор у меня все ее песни нравились. Но после того, как подруга ко мне переехала пожить, у нее на будильнике стоит песня «Штрих-коды». И она ее упорно не слышит. Меня уже до зубного скрежета, она с 5 до 7 утра. А у вас есть песни, которые нравятся и резко разонравились? И почему? Наверное, нет. Потому что у меня нет таких подруг с будильниками. А у тебя что на будильнике стоит? Обычная стандартная мелодия. Да, ну типа того. Да, ну что. А между прочим, песня «Штрих-коды» тоже у ММ вызывает бурю наверняка эмоций, потому что год записывалась песня. Да. И приходилось летать как раз на Сахалин и в Москву. Вот у меня вопрос. Сколько миль ты накопила, пока летала? Я не считала. Я считаю часами. Вот так вот. Мы считаем минутами, и, к сожалению, нам сейчас нужно прерваться чуть-чуть, но совсем скоро мы вернемся и продолжим беседу с Эммой М. Внукам не понять, нет-нет-нет, как мы гудили. Моим внукам не понять, нет-нет-нет, как мы любили. Моим внукам не понять, нет-нет-нет, как мы тут жили. Моим внукам не понять, нет-нет. Внукам не понять, нет-нет-нет. Пусть мои внуки меня не понимают, мол, старый с катушек слетел. Я им всегда в пятницу намекаю, вам и не снилось, как я гудел. Молодой Эл, в темной комнате много дел. Даже деда Хью Хефнер бы обалдел. Я на босу ногу Джордан надел. Раз модель, два модель, три модель, дэм. В стакане из Макдака джин тоник. Словно танцую тиктоник. Рокеры поют, я свободен. На мне Стоун и Суприм, я на море. В 5 утра на Патриках толпой орем песни. В паре с напарником допиваем Хеннесси. Будет нам что вспомнить на пенсии. Счастливые рожи и ноль агрессии. Внукам не понять, нет-нет, как мы кутили. Моим внукам не понять, нет-нет, как мы любили. Моим внукам не понять, нет-нет, как мы тут жили. Моим внукам не понять, нет-нет. Внукам не понять, нет-нет. Им не понять, что такое тверк-трэп, кто такие пчелки. Что модного в челке. Им не понять, почему бабушки сплошь татуировки. Что за песня про локти. Почему под шубой селедка. Почему желтой должна быть подлодка. Что за дачи и зачем нам туда ездить. Зачем целоваться в подъезде. Эй, дед, а кто такой Ургант. Эй, дед, а что такое Гугл. Эй, дед, а сколько стоил рубль. Я не знаю, отстань, иди в угол. Никто не пишет письма больше. Джунгли не зовут, не едят больше дошек. Как мы тусили дней пять. Внукам не понять. Внукам не понять, нет-нет. Как мы кутили. Моим внукам не понять, нет-нет. Как мы любили. Моим внукам не понять.
внукам не понять, нет, нет, как мы тут жили. Моим внукам не понять, нет, нет, внукам не понять, нет, нет, внукам не понять, нет, нет, как мы кутили. Моим внукам не понять, нет, нет, как мы любили. Моим внукам не понять, нет, нет, как мы тут жили. Моим внукам не понять, нет, нет, внукам не понять, нет, нет. Слушай, смотри, Страна FM. Вот так вот, пока мы тут общаемся, готовимся к эфиру, да. Эмма снимает селфи. Но мы достаточно интересно общаемся, мы же все пританцовываем, шутим, и можно выложить селфи или сторис в Инстаграм. Конечно, Вероника Романова. М у нас в гостях. Я по-прежнему Кирилл Исаков. И мы задаем Эмме вопросы. Вот смотри, вопрос такой, с подковыркой, угу, со звездочкой. Люблю как это было. Эмма М, Эльвира Т. Правда ли вы, что вы участница государственной образовательной программы «Учим согласные» вместе с популярными исполнителями? Я отвечу так. Когда я была Эммой М, Эльвиры Т еще не было. А откуда такой псевдоним? Почему М? М, это все очень просто, музыка. Эльв... Я уже тысячу раз. Повторяю. Эмма музыка. Ты практически Эмминем. Эмминем. Ну, с ним еще меня не сравнивали. Вот добро пожаловать. Сравнивали. Вот видишь, с ним еще нет. Добро пожаловать на фестиваль сравнений. Подождите, я хочу расслабить эту атмосферу, никого мы не будем сравнивать. Про йогу поговорим. Ты все-таки увлекаешься йогой, это тебе ближе? Ну, немножко. Я небольшой профессионал, на самом деле. Вот и поговорили, да? Но есть какая-то любимая стойка. Асана это называется. Поза скорпиона. А это как это? Серьезно, первый раз слышу. Стойка на руках, ноги назад вот так, точнее, вперед. Это поза человека, который возвращается с корпоратива домой в 12. Я так не гнусь. Так ты не гнусь. Я не такая гнусь. Друзья, после корпоратива. Кто не знал, Вероника Романова не гнусь. Это фамилия такая, да, не гнусь. Да, белорусская. Есть у нас такая рубрика, называется «Продолжение следует». Мы даем начало фразы, ты потом заканчиваешь ее. Я попробую. У меня с этим плохо. Я всегда подпеваю песни. Своим слушателям. Ты была права, когда сказала, что тебе плохо. Я никогда не буду... ругаться матом. Класс. Слава богу, что сегодня не исключение. В квартире обязательно должна быть... лампочка. Я думала, еда. Моя любимая социальная сеть? Инстаграм. В школе я была... хулиганкой. А, если тренировка, то... тяжелая. И самая удобная одежда для меня это... casual. Casual. Ну и самый странный женский предмет. Помада. Вот так вот. Есть над чем подумать. А что ты свои напрягла? Губехи-то намалёва. Да давай, Ник, соберись. Итак, друзья, сейчас мы снова прервемся немножечко, но потом обязательно вернемся и продолжим беседу с Эммой М. Страна FM. Все к лучшему. У нас есть 92 дня, чтобы оставить след летом. Ты просто помни об этом, ага. Ровно целых 92 дня, когда ты клал на запреты комнаты метр на метр. Фрэш, мы хотим на баре, свет. Мы хотим на пляже, свет. Приглашаем с нами, welcome to the party. Свет, море по колено, свет. Полетят салюты.
каждый отдельно, не все вместе. Все вместе мы отмечаем эту жизнь каждый новый месяц. Fresh. Мы хотим на баре, yeah. Полетим на пляже, yeah. Приглашаем с нами, welcome to the party, yeah. Море по колено, yeah. Полетят салюты. Смотри, страна FM. А вот так вот. Очень здорово, что вы вместе со «Страна FM», потому что можно не только слушать Эму М, но и смотреть на нее. Именно Эму на сегодня в гостях. Привет еще привет, раз. Привет. А это говорил Кирилл Исаков. А это сказал Вероника Романова. Вот, в общем, вот такой пасьянс разложился. Продолжаем мы задавать вопросы. И следующие гастроли в каком городе? Елена Уринцева пишет. В каком городе? Ну, возможно, в Санкт-Петербурге. А возможно и нет. А вот. Возможно и нет. Но вообще, я так понимаю, что ты сейчас основательно готовишься... Да, к концерту, к сольному. К большому можно, концерту да, в Москве. Можно. Ну, можно, конечно. 1 февраля приглашаю всех на свой сольный концерт, который состоится в клубе 16 тонн. Вот. А еще всем, кто купит билет, обязательно достанется мой коллекционный диск, альбом «Штрих-коды». Он будет коллекционным, больше выпускаться, скорее всего, не будет. Не? Но именно в таком виде. Ну вот да. Нам достались два диска коллекционных, а к ним билет, полагаете? Вот обратная связь работает? Меня уже об этом спрашивали. Ну приходите, я вас приглашаю. Ну да, конечно, ты умеешь приглашать. Ну приходите, ну что сделаешь, приходите. А, знаете, что мы тут придумали? Эмма подпишет один диск, да, Эмма, ты же подпишешь. Обязательно. И мы его после 1 февраля обязательно разыграем у нас в эфире, так что помните об этом, совсем скоро да, у нас еще, станет... кстати, можно будет прослушать с 1 февраля в iTunes и в Apple Music. Вот, это тоже вот. Очень важно. Но на самом деле издавать альбомы — это очень круто, потому что сейчас мало кто это делает. А продаваться он будет вот в бумажном? Нет, он не будет продаваться. А-а-а. Класс, то есть только на концерте, ты понимаешь, Кирилл? Страна FM. Все к лучшему. Вероника Романова, Кирилл Исаков. Вот вы опять-таки, видишь? Ладно, вот смотри, сейчас у меня получится. Главное не это. Главное то, что у нас в гостях Эмма М. Всем привет. Всем привет. И главное, что у нас здесь весело. Мы, кстати, так вскользь затронули тему твоего увлечения борьбой, да? Ага. Не без этого. И вопрос достаточно такой, провокационный. Ты готова? Владимир Путин относительно недавно посещал тренировку российских борцов и даже поспринговался с одной из спортсменок. Вот если бы ты боролась на матах с президентом, какой бы ты прием ему провела? Она же сказала нам, что она без мата. Да, но мат... Я думаю, парочку бы провела, какой-нибудь рычаг локтя, возможно. Ух ты! И, наверное, бросок через бедро мой коронный прием. А что прием. Такое рычаг локтя? Это болевой прием на руку. Когда выгибает сустав локтевой в обратную сторону. То есть ты теоретик борьбы. Я не теоретик, я практик. Знаешь, сколько раз меня так заваливали и ломали руку? В переходе. Эмма, скажи, пожалуйста, а у тебя было такое в жизни, что тебе помогла твоя борьба в реальных каких-то, на самом деле, ты имеешь в виду, практиковала я это или нет? Ну, то есть, да, может быть, спасала кого-то или сама как-то? Да, было дело. Я же рассказывала где-то уже в студии, что я спасла мужчину от кражи. Мужчин? А, ничего себе, как это происходило? Да. То есть хотели, разгоряченные 4 женщины хотели похитить мужчину, а ты их разбросала. Египет. Но если было так, я бы скорее посмеялась. Но было по-другому. Было все серьезно. Что же было? Умеешь заинтриговать? Ну, обычный вор, карманник.
Засунул ручку ему в карман. Приметила сразу, причем. Да, потому что... Да, и приготовилась, кстати. К карманнику? Да. Хорошо. Сразу. Ну что, ты ему рычаг локти сделала? Подсечку. Подсечку? Уронила, да, прямо? Сзади. Вот перешла ему дорогу, понимаешь? Представляешь, мужик уже вытащил кошелек, да, у другого мужика. Кстати, он у него был в руках. Ну, чтобы сразу доказать, что это вор, он должен быть в руках кошелек, соответственно. И он такой упал, такой хотел было расстроиться, потом такой, а я вас узнал в МММ, да? Я ваш поклонник. Я тогда еще не была, МММ мне было, наверное, лет 14. 14 лет? Да. И ты уже задней подсечкой, так сказать, мужика уложил на лопатки. Да. Вот так вот, друзья. Ну, ты, кстати, до того, как, можно сказать, стала популярной в Москве, ты у себя на родине была... Да, популярна достаточно. В общем-то, уже звездой, да. То есть популярность не свалилась на тебя внезапно, вот с переездом в Москву. Ну, нет. Привезла... Ты же пела в кавер-группе. Да, это у меня не одна была группа. Поэтому... Ты не скучаешь по этому периоду? Ну, наверное, нет. Просто какие-то моменты ностальгические есть. Но о них мы поговорим чуточку позже, потому что, к сожалению, настало время нам прерваться, но мы обещаем, что вернемся обратно и продолжим беседу с МММ. Дай мне уйти, за ворот не провожай. Скажи, где силы найти, чтобы поделить наш рай. Ты просто дай мне уйти, эту роль я доиграл. Мы слишком долго в пути, вот и все, пришел финал. Пусть будет так, как хочешь ты, в плену холодной красоты. Мне оставаться смысла нет. Все, что имею, я дам. Оставь себе весь этот хлам, прожженный дымом сигарет. Ну сколько можно об этом, я уже принял решение. Пора менять свою жизнь без твоего разрешения. И если раньше я думал, меня терзали сомнения, предотвращение пожара, теперь мой план по спасению. И как прощальный подарок, забери себе все: квартиры, деньги, машины. И вот о чем прошу тебя еще: не бери в расчет, научись быть проще. Пламенный привет от меня, дай тещи. За ворот не провожай. Скажи, где силы найти, чтобы поделить наш рай. Ты просто дай мне уйти, эту роль я доиграл. Мы слишком долго в пути, вот и все, пришел финал. Я лучше буду ни с кем, чем потону в бытовухе. Мне надоели скандалы, твои тупые подруги. Ты снова хочешь в Париж, а за какие заслуги? Вижу тебя на обложке, но не в роли супруги. Вижу, как любишь себя, поэтому не буду с тобой ласков. Ты любишь себя даже больше, чем Коля Басков. Ты в интервью опять расскажешь людям сказки, а я одним куплетом вгоню тебя в краску. Ты красивый, не спорю, но я выбрал не ту. Скажи, зачем мне работать на твою красоту? Я как обманут, ты вкладчик, что поверил в мечту. Думал, ты слышишь меня, но я кричал в пустоту. Я выхожу из игры, что будешь делать теперь? По разным жить берегам, нам будет лучше, поверь. Я ухожу от тебя, хороших нет новостей. Ты дала мне понять, деньги портят людей. За ворот не провожай. Скажи, где силы найти, чтобы поделить наш рай. Ты просто дай мне уйти, эту роль я доиграл. Мы слишком долго в пути, вот и все, пришел финал. Пускай мне скажут люди, разлука счастье губит. Я молча встану у дверей. И только жизнь рассудит, кто прав и будь что будет. Давай прощаться поскорее. Дай мне уйти, за ворот не провожай. Скажи, где силы найти, чтобы поделить наш рай. Ты просто дай мне уйти, эту роль я доиграл. Мы слишком долго в пути, вот и все, пришел финал. Страна FM. Вот так не дадим мы просто уйти Эми. МММ у нас в гостях. Вероника Романова, Кирилл Исаков. Утро на телерадиоканале Страна FM. Да, мы каламбурили просто. Эмма, ты смеялась, потому что мы каламбурили твое имя как Эминем? Нет?
Над чем-то? Нет, ты еще, у тебя был один вариант грузинский. А, да, если вверх ногами прочитать имя ММ, получается ВАММЕ. Вот так. Это на диске мы сейчас увидели, а диск этот будет отдаваться в подарок всем, кто придет на концерт. 1 февраля. Но об этом чуть позже. Давай устроим экскурсию по городу для людей, которые ни разу не были в Южно-Сахалинске. Есть у нас картинки, это для наших телезрителей, ну а для слушателей будем... То есть можно собрать, они не поймут. Они не поймут, да. Но я буду рассказывать. Вот на картинке изображена какая-то избушка. Что в ней находится? На курьих ножках. Да. Это музей медведя, но там еще находится очень вкусное кафе с пиццей, вот. Отлично. Когда я там была, я помню, что там было. С пиццей, которыми вяжут? Да. Да остановись ты. Журнал видеокомиксов включил этот каламбур. Что это за природное место? Озеро в парке Гагарин. То есть нужно посетить. А, кстати, там вот были, когда японские дамбы, вот там нашли потом какие-то бочки, то ли с вином, то ли с чем-то, я не помню. И весь Южно-Сахалинск гулял 3 недели. Так, продолжаем. Что это у нас? Вот изображена какая-то машина. Какие-то странные конструкции. Злодеи из Готэма, главного злодея. Вот я не знаю, что это такое, вот я не помню. Это музей железной дороги. В общем, есть он тоже в Южно-Сахалинске. Друзья, город интересный, будет возможность, посетите. Но мы возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира. Да, 1 февраля. Концерт. Что от него ждать? От него ждать моих бомбических откровений, конечно же, живой звук. Наиживейший. Наиживейший. Спасибо, да. Что живой. Вот так вот. А будут ли какие-то сюрпризы? Может быть, будет сверху сыпаться... Новые песни будут. Новые песни. Соответственно. Либо сверху будет литься то самое вино в бочках японское, которое не будет, да? Ну, я просто спросил. А что насчет альбома? Каждому в подарок, да, кстати, кто придет на концерт, достанется этот альбом. Чем он крут? Мы еще не успели его послушать. Вот как бы ты его прорекламировала? Чем он крут? Прямо емко очень. Тут собраны разные мои стороны, мои творческие стороны, потому что песни разные. Вот. И, ну, не знаю, чем он крут. Наверное, вы об этом сами потом скажете. Это эпиграф альбома «Песни у людей разные», но именно на века. Вот так, друзья. Я думаю, что на века. Да мы уверены в этом. Надеюсь. Да что ты надеешься? Будь увереннее, говори, я уверена. Я уверена, что на века. Давай я так. Я верю. Ты скромничаешь. «Штрих-коды», по крайней мере, одна из моих самых-самых. А мне нравятся «Ракеты». Вот так. Вот. В общем, сколько людей, столько и мнений. Друзья, с нами была сегодня, у нас в гостях ММ. Эмма, спасибо, что пришла. Спасибо было вам. Очень приятно. Эти 4 часа с вами были Вероника Романова, Кирилл Усаков. Прощаемся до завтра. Пока-пока. До и всем завтра! Отличного дня. Сотни рук, еще один круг календаря. Знать, просто знать, а вдруг, просто знать, что ты есть, и значит, все не зря. Взмывая вверх искрами, мы будем гореть, кто бы, что бы, любви наши искренни. Не пожелал за глаза голубиными письмами лететь мимо игл неба скреба осенними листьями, укрывать небеса. Быть собой на ты, время жжет мосты. Нам сложнее вдвойне. Нить, расстояние нить, оставляя в тайне, на двоих делить. Взмывая вверх искрами, мы будем гореть, кто бы, что бы, любви наши искренни. Не пожелал за глаза голубины лететь мимо игл неба скреба осенними листьями, укрывать небеса.
не пожелал за глаза голубиными письмами лететь мимо игл неба скреба осенними листьями укрывать не